Еще один нетрезвый водитель в воскресенье ночью съехал в кювет на 21-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. В результате его Kia Rio перевернулась. Восстановление машины обойдется недешево. Сам 28-летний молодой человек, который находился за рулем, получил сильные ушибы. Всего за выходные в регионе произошло 10 аварий с пострадавшими. В них травмы получили 16 человек. Погибших нет. Сводка ГИБДД на этот раз фигурирует только один ребенок, которому в результате ДТП потребовалась помощь врачей. В целом по области за субботу и воскресенье инспекторы задержали 67 водителей в состоянии опьянения. 8 человек попались повторно. То есть они уже были лишены прав за езду под градусом и снова выпили и сели за руль. За это им грозит лишение свободы.